В бассейне «Локомотив» в четверг стартовал открытый Кубок Украины по синхронному плаванию с участием спортсменок из 4 областей и Болгарии. Главным фаворитом второго по статусу национального турнира традиционно является сборная Харьковской области. Впрочем, состав команды пока далек от оптимального. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро Дарья Юшко, Лолита Ананасова, Александра Сабада и Елена Гречихина завершили карьеру. А Анна Волошина и Ксения Сидоренко тренируются по индивидуальному графику и в соревнованиях не участвуют. Шанс проявить себя получили молодые спортсменки. Из тех, кто будет крепче, сильнее. И вы знаете, вот физические подготовки, функции, мы это все сами сделаем. Психологически, кто будет сильнее. Мы сейчас будем их обязательно погружать в стресс, в стрессовые ситуации. Будем специально создавать помехи. Всевозможные. Впрочем, несмотря на экспериментальный состав, в первый день соревнований харьковчанки показали лучший результат в технической программе групповых упражнений. Ближайших преследовательниц из второй сборной Харьковской области Екатерина Садурская, Анастасия Савчук, Ольга Золотарева, Александра Кашуба, Вероника Гришко, Екатерина Гончарова, Валерия Апрелева и Алина Шинкаренко опередили на 7 баллов. Марта Федина захватила лидерство в соло и вместе с Александрой Коваленко в дуэтах. Кубок Украины по синхронному плаванию продлится еще 2 дня и завершится в субботу.